Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 21 ноября. Сегодня ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. В городе взрывов никаких слышно не было. За область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Снова мы можем наблюдать с вами очередное затишье, которое свидетельствует о подготовке Российской Федерации к очередному ракетному удару по территории нашей страны. И, кстати, вчера видел спикер воздушных сил Юрий Игнат, об этом тоже предупреждал, что в любой момент может быть очередной массированный ракетный удар со стороны Российской Федерации. Погода сегодня в Одессе снова пасмурная, сыро, мокро, солнышко не видать. Всем желаю хорошего дня, мирного неба над головой. Не забывайте подписываться на канал. До встречи. Пока.